клуб с такой историей и постоянно играет в самых лучших турнирах, конечно, впечатляет, да и в целом как бы говорит о многом, что клуб каждый год борется за чемпионство в каком-либо турнире, где он играет. Я Иван Ухов, я новый игрок ЦСКА. Пока что, на самом деле, никаких мыслей не пробегало, поэтому, можно сказать, еще пока в эйфории такой, то, что что-то новое для себя сделал уже. Играть и тренироваться с лучшими игроками Европы. ЦСКА – это лучший клуб Европы. Но хочу прибавить, хочу вывести, наверное, свой уровень игры на более высокий и играть с лучшими, и не быть хуже их. Были времена, когда из Перми в Москву переезжали менеджеры, а сейчас времена изменились, приезжают игроки уже из Перми в ЦСКА, поэтому такой баскетбольный регион Уральский, Пермский остается поставщиком талантов для Центрального спортивного клуба «Армия». Мы очень рады, что Иван выбрал путь развития, как перейти в наш клуб. Он молодой, перспективный. Ну, все хорошие слова, которые можно сказать о молодом баскетболисте, они к нему по справедливости относятся. Конечно, это переход ЦСКА – это в некотором смысле это аванс. Но то, что я сказал ему в беседе несколько минут назад, да, это аванс, но это аванс заслуженный. И мне бы очень хотелось, чтобы он эту возможность правильно распорядился, чтобы у него все получилось. И, конечно, особые эмоции, когда подписываешь российского игрока, и совершенно особые эмоции, когда российский игрок оправдывает надежды, ожидания. И особенно еще больше, если это молодой, он раскрывается, а не приходит там с формировавшимся мастером. Поэтому парень позитивный. Мы на его подписание, на его приход тоже смотрим очень позитивно. И надеюсь, что у всех все получится, и мы вместе с ним, все вместе, сделали правильный выбор.